Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Андрей, какую компанию вы представляете? И мы представляем компанию Shipter. Расскажите, с какими целями вы приехали на Ecom Expo 19? Наша компания – это логистическая платформа. Мы предлагаем услуги для интернет-магазинов, которые работают на российском рынке, которые отправляют товары за рубеж или из-за рубежа в Россию. Вот. Мы каждый год выставляемся на Ecom Expo. Здесь мы получаем дополнительный приток клиентов потенциальных, да, которые в дальнейшем там сотрудничают с нами. Ритейл меняется стремительно, а e-commerce еще быстрее. Как вы считаете, за какими решениями сегодня охотятся игроки рынка? Автоматизации, интеграции, агрегации и так далее. То есть все, что связано так или иначе с IT. Российские онлайн-магазины ведут ожесточенную борьбу с китайскими. Как вы считаете, что может помочь нашим игрокам вырваться вперед? Здоровая конкуренция, не основанная на лоббировании интересов. Как вы считаете, если смотреть в глобальном плане, то какие проблемы наиболее остро сегодня стоят перед интернет-коммерцией? Рост аудитории, да, то есть аудитория должна вырасти и там принять какие-то правила определенные, там, оплачивать по безналу, да, в большей степени, там, или еще что-то. Ну, то есть, как бы, должна вырасти аудитория, которой еще пока не хватает у нас, покупателей именно аудитория. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.